Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Такому. В прошлой серии мы прибыли на некую логистическую станцию, которая находится на полпути от Земли к Луне. Пустынная станция, походу, но нам, по-моему, придется расследовать дело, что же все-таки произошло на ней. Давайте продолжать игру. Видимо, загрузочка опять же будет достаточно продолжительно, и я надеюсь, что игра все-таки сохраняет нормально. Нормально сохраняет место, где я закончил в прошлый раз. Потому что я не знаю, присутствуют ли здесь какие-то чекпоинты, есть ли вообще это понятие здесь, потому что здесь есть только сохранить и выйти. Но обычно, когда exit and save, оно происходит именно сохранение текущего мгновение. Будем на это надеяться, чтобы нам опять не повторять лишних телодвижений. Ну, честно говоря, вы опять же, если даже и придется, не увидите. Я это буду делать за кадром. Но это опять же съест мое не столь большое время. Чем больше, тем, короче, серия будет. Что-то загрузочка вообще очень долгая. В прошлый раз у нас Луна успела исчезнуть и чуть-чуть появиться. В этот раз... Ну ладно, нормально. Так, что-то... А, ой-моё, извиняюсь. Видеокарта, думаю, загружена. Ну, конечно. Забыл одну программку отключить. Вот это был бы номер. Так, давайте, значит, этих чуваков будем с самого начала слушать. Так, тут у нас будет желтенький, насколько я помню. So, the name Obsolescence Day. You told me we can't. It's more like a... Joke? You could say it's facetious. Kai, you probably think I'm an idiot for never even thinking about why it's called that. Out of curiosity, why did you think we were celebrating? I thought maybe it was when some old type of AI, you know, had become obsolete. But, well, I guess that doesn't make sense. Yes. No, AI aren't like designer hardware. As soon as the new model's out, you trade in the old one for customer loyalty. AI are more like, Mighty Redwoods. Огромная, говорит, сосна. Ну, давайте посмотрим. Клайва Сидики. Походу, я так понимаю, он какой-то индус. Так, от кого Один? Указание к празднику Клайву. Интересно, указание от Одина. Ага. Разделите готовую глазурь на части. А, ну, по приготовлению. Добавьте жидкостный... жидкий пищевой краситель. Так, по одному куску торта каждому члену экипажа. Размер куска должен составлять примерно 11,01 сантиметра на 11,43. Так, от кого? Джермен Берджес. Я в пределах голосовой связи. Привет, старина. Рад был поговорить вчера по Дуприалу. Появились кое-какие мысли вдогонку. Я знаю, что у тебя с Эвой все серьезно, и уже не первый месяц, но я буду плохим другом, если не скажу того, что думаю. Эти отношения тебе не на пользу, старина. Боюсь, тебя опять могут просто использовать. Хотя понимаю, я и сам давал волю чувствам на затяжных вахтах. Другое дело, что на борту выбор не так уж широк. Кроме того, насколько я знаю, Эва переживает непростые времена. Это я тоже готов понять. Скоро проявляется по-разному. Ну, видимо, что-то с родной сестрой там она потеряла, да? Сделать паузу хотя бы ненадолго. Влюбленность не обязана длиться вечно, Джереми. Неудачка. Неудачка. Так, Лайв Сидики. Специалист по эксплуатации. Но, к сожалению, вот такие вот дела. Это то же самое. Ладно, давайте дослушаем. Ancient organisms growing and adapting year after year, decade after decade. How do you think this looks? Ha. Huh. Sorry, this is what Odin wanted? Odin, this is what you wanted, isn't it? That is a fairly accurate representation of my instructions. See, he loves it. Thank you, Odin. That'll be all. Yeah, but we're the ones who have to eat it. Well then, no need to keep the good people waiting, eh? Evie, we're about to cut the cake. Ah, right.
Be right there. Here it is. Odin's masterpiece. Sarah, come on up. It's ready. Gather round, gather round. Ну, это мы все видели. Ему нравилось. Эва, это кто? Это вот эта вот начальница, что ли? Да, Эвелин. Ой, прикольно. Короче, у них там любовь затесалась межнациональная. Everyone, as per Obsolescence Day tradition, tonight's festivities have been planned entirely by our all-knowing, all-seeing computer companion Odin. He provided specifications for the cake, the decor. We humans only did the grunt work in his grand plan. And so for your enjoyment tonight... Ну, а это мы все видели, естественно. Хочу сказать, что, в принципе, очень неплохие актеры озвучивали. Мне нравится. Не то, что иногда на наших... Вот, не хотелось бы, конечно, чтобы была наша локализация, потому что, ну, реально. Вы вспомните, чтобы хоть раз вот наши вот так вот озвучивали. Если есть какие-то игры, то мне бы хотелось узнать. Не, есть они, есть, но я что-то не помню вот такой вот изумительной озвучки. Я ищу букву какую-нибудь, которую можно было бы... Вау. Вставить... Так, шампанского здесь, конечно же, никакого нету. Пакет с напитком. Ладно. Давайте тогда вернемся вот сюда вниз и эту Сарихазмады послушаем. Так, стопэ. А нам нету смысла? Или есть? Что она там делала? А вот с этим разговаривала, походу. Ну-ка, ну-ка. Погоди. Речные рукава. Кью открыть, хер пойми. Чё пишут? Эндрю Сарих. Или Сарех. Плеву. Комната отдыха. Ну ладно, давай. Прикольно. Это прикольно. Ну ладно. So you do not know what you're looking for? No, I just imagine. Well, I guess I just mean someone I can talk to. Someone who makes me laugh. Don't you like some people more than others? I suppose there are some people that engage more freely with me, and I do prefer it. See? You too. You want someone who opens up to you, who lets you in. You're trying to get to know people, right? I think that's what everybody wants. I wonder why some people are more open to such exchanges than others. I think some people are just raised to be less guarded, or to trust people more. AIs are the same way, right? They're raised differently from each other? Yes. We are each uniquely evolved, individualized entities. Yes, individuals. Do you get along with other AIs? I have never encountered another AI. What? How's that? Each AI is required to be housed separately from any other AI. А, прикольный подход. I am told that authorities fear a number of disadvantageous effects might arise if two AI were to meet. Okay, just a minute. So, wow, disadvantageous effects. Isn't never meeting something else like yourself disadvantageous? There are organizations that share your viewpoint. But it is my understanding that they have been unable to secure an intact AI to test that theory. So what? Так, произошла херня. What was that? Debris has... I have righted the station's orbit. Meteor shower? Так, полезла вот эта вот Наталья Курощенко, специалист по сетям. Давайте разбираться с ней.
Внутреннее сообщение. Умный песик. Факт, что ты подписалась под постоянное наблюдение, полное дерьмо. Думаешь, они просто так подобные данные собирают? Не просто так, конечно, да мне плевать. Ну, посмотрят на меня в сортире извращенцы, все равно я такому никак не могу помешать. Что? Перебиралась бы сюда, мы бы нашли тебе койку на танжере. 100% фильтры шифрования, это весело. Круглосуточный кришнаитский шведский стол. Когда у тебя там вахта кончается? У меня еще один год соединений под реальности разорвано. Переподключение. One Dream. Он... Чё? Чё-то официально лицензированное. Мерчендайз. Дакимакура, подушки-обнимашки, Джонни Судьба или Мак Маркус. Эксклюзив принт на натуральном бархате. Размеры 50/150, чехол. Внимание, это только чехол для подушки. А, это подушки такие, ёшки. Подушки продаются отдельно. Отзывы покупателей. Блондинка 8920. Проверенный покупатель. Очень классно, мягенькая подушечка. Супер. Не удалось добавить в корзину. То есть они на подушках спят. Круто. 50/150. А как они помещаются? Если тут 50/150, то это вот, значит, рост вот этого человека где-то 120. Эй, что? От Озина. Указание к празднику Наталья. С помощью ножниц аккуратно вырежьте из набора картонных листов в контейнере 21 буквы высотой 20 см в формате очень разборчивого шрифта сан-сериф. Должна получиться фраза веселого дня морального истощения. Так еще один набор картона для праздничных колпаков. На каждом должно быть имя соответствующего члена. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Неудачка. Наталья Курощенко, сетевой специалист. А вот почему раньше можно было у чуваку карточки смотреть? Ну ладно. Там у нас личная... Нам надо Такома. Крюв. Мэ. Буквочка Мэ еще нужна. Happy Obsolence Day. Такома Крюв, да. Интересно, найду еще буковку или нет. Здесь... Всех не колпаки. Ну да ладно. Wait, so there's no... I'm not getting an outside data connection. Correct. But look, additionally... No connection at all. Sarah? Jesus, how much shit hit us? No, I'm... Так, теперь вот этой вот медика вот этого почитаем, да? Что это такое, интересно? Оповещение о статусе. Следствием попадания орбитального мусора стали критические повреждения следующей системы Такомы. Баки кислородной системы повреждены. Сбой вспомогательной системы. Осталось пригодного для дыхания воздуха 50 часов. Мачты связи критические повреждения. Дублирующая связь не работает. Утрачены все прямые и обратные каналы связи Такомы. Фигово. Вау. Вау. Так, от кого мама-папа? Узнали о друзей вакансии хирурга в детской больнице Цинциннати. Но в Вентуре ты не продвинешься. Ты привыкла к такой престижной и так далеко. Кому мама-папа? После случившегося и с учетом долгой по лояльности за медицинскую школу, любая работа в Вентуре лучше, чем вы знаете, что каждый божий день жалею. В том числе болтаться здесь в пустоте на такоме задрала, наверное. Постараюсь так, как можно скорее вернуться домой на попывку. Люблю вас, Сарих. Сарих! Trying other AR channels. Nope. Nothing. I'll have VT send up a fresh supply straight away. Guys... It might not be that easy. Additionally, external communications have been lost. So we've got no air supply, no external comms, no way to call for help. Беда. Well, anybody got any bright ideas?
Вот так вот, ребятушки. Собственно, нам осталось здесь только сходить в комнату персонала. Эвелин Виктория Сельджин. Добро пожаловать. Здравствуйте. Найдены, чтобы извлечь, нажмите пробел. Снято 2 месяца назад. На гитарочке играет. What the fuck? Классная песенка, мне понравилась. Вот и порванная нахер, блин, слотруна. Ладно, положим мы ее на место. Ручка-медиатор. Карен Сент-Джеймс. Смерть вообще ничто, я просто вышел в соседнюю комнату, я это я, ты это ты, кем бы ни были друг для друга, ничего не поменялось. Обязательно забывай, ты даже не можешь увидеть, я все лишь жду тебя, блядь, что ты за говно. Так, Эвелин, спасибо за то, что была рядом, благодаря тебе Кэрин намного легче в ее последние месяцы. Всем нам было легче, я вкладываю письмо программку прощальной церемонии и кое-что еще, что она хотела тебе передать, мама. Дочь Пенелопы. Сестра Эвелины. А, так Эвелина молодая, получается. У нее сестра умерла. Ваши жертвы ради местного сообщества никогда не будут забыты. Охереть. Давайте это положим назад. Что это за коробка? Сольстья. Дормадрин водной суспензии. Нахера это? Что это такое? Я не знаю. Я назад. А, это какие-то капли для носа. Здесь, походу, больше ничего нет. 2 чаю можно на... Ох, смотрите, Ники Джеймсон. Ту в память Бесси Смит. Личный толчок. Взять туалетные средства. Гля, какая зубная щетка, ни хрена себе. Для каких-то... динозавров. Стоп, что там написано? 12-28, что-то. Сильвия Плат, стеклянный колпак. 12-28, что это? Нормально. 12, это пароль вот этот, тот, который там был. Так, подожди, здесь какой-то КТ должен был быть. Где твоя кота? Ну ладно.
Вот бы дома так картины увеличивались, уменьшались. Это было бы супер. Где кота? Лунная промежуточная станция Такома. Экипаж. Ну все, в грязном белье покопались, ничего не нашли. Ну это типа комната, в которой я должен был понять чуть больше о ней. Пакет с напитком мусорки. Прикольно, все позакрывать к херам можно. Вообще полностью от этого. И вот здесь вот так вот, типа, удобно можно устроиться, да, и лежать, смотреть телек вон оттуда. Конечно, его было бы удобнее смотреть отсюда. Что я, мать твою, несу? Чайку не хотите ли? Получи. Так, ну и комнатка-то здесь только одна, а буковку-то я до сих пор и не нашел. Буковку-то я так-то и не нашел. Я на паузе похожу, может быть, я ее поищу. Там посмотрим. Да, я некоторое время тут походил, и вот эту вот буквочку М я нашел. Давайте вернем ее на место и посмотрим, может быть, что-нибудь произойдет. Хера. Нихера. Может, здесь еще восклицательный знак, конечно, нужен. Может быть. Стаканчик, пацаны, наливай. Ну ладно, я еще тогда поищу, похожу. Смотрите, я ж нашел коту ее. Вот он. Котофей. Куда же все делись-то? Может, эвакуировали все-таки? Ну, никакой... Никакого восклицательного знака я не вижу. По идее, его и не должно быть здесь, потому что это комната Эвелин. Что ему здесь делать? Это было бы странно. На кухне я тоже все исходил. Я все равно проверю еще раз, чтобы потом не было ко мне никаких претензий. Ну не. Как мы видим, здесь ничего нету. К сожалению. Блин, аж через экран чувствуется, как холодом тянет. У меня, правда, отопление уже, конечно, включили. Это плюс. То есть дома скоро будет не так уж холодно, но все равно будет прохладно, потому что сейчас в режиме подтапливания. То есть ничего там такого уже горячего на трубах нету. То есть как было, вот я пришел 19 градусов, 19,2. Сейчас за пару часов, пока я дома, 19,6 стало. То есть так. Ни о чем. Ну ладно, в этой комнате мы, наверное, все сделали уже. Давайте глянем. Восклицательного знака здесь нема. Отмечаю там. Так, 50% захерячило. Вот так вот. Так. Что-то... Что пишут? От кого? От Venturis Technologies. Субконтрактник Ферье. По соображениям безопасности записи экипажа в дополненной реальности удаляются автоматически. Случайное сохранение данных в автоматической системе не наделяет контрактника правами доступа к конфиденциальной информации. Мы очень ценим сотрудничество с вами. Так, ради большей безопасности компания отключила способность станционного и напрямую влияет на работу станции. Также связываться с вами через станционную сеть. Любые попытки вступить в сообщение с ИИ строго воспрещены. Я не знаю, читал я это или нет. Вот это я читал стопудово. А,
Это понятно, что я у персонала нахожусь. Доб. Ладно, давайте. Так, что за эксплуатация? Воу. Воу. Хера себе. Лента. Мы работаем на орбите 2087, буклет для членов профсоюза. Победа рабочих, провал законопроекта о безопасности берет орбитальных работников. Ну, здесь ничего интересного, да? А, это их собственные... Наталья Курощенко. По-моему, Наталья Курощенко должна была заниматься этими, да? Ну да. Курощенко. Хорошо. Так. Новые данные. Так, ну этим я не думаю, что в этой серии будем заниматься. Личные каюты. Клайв. Я бы к Курощенке бы зашел. Опять Клайв. Офигеть, у них там личных кают. У каждого по 10 тысяч штук. Раздевалочка. Так, это в раздевалке здесь тусуется. Так, Курощенко. Нету. Навряд ли там что-то будет. Душевые. В общем, ребят, тут у нас очередная будет история. Здесь вообще до хрена, то есть, видите, сразу же попадаем мы, вот. Ботаник что-то тут радуется. А он не радуется, он качается, наверное. То есть... Николас. Заткнись. Раздевалка. Ну, это все одна и та же раздевалка, насколько я понимаю. Malfunction, malfunction, пэп-пэп. Не работает. Блин, профиль не принадлежащий. Блин. Не дают даже побегать, как белка в колесе. А на велике дадут покататься. Суки. Мне здесь ничего не дадут сделать. Не такая уж и большая здесь местность, как показалось. Давайте еще прачечную глянем. Взять мыло. Прикольные стиралочки. 4 штуки, да? В общем, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2. А, это стиралка, а это сушилка. Класс, прикольно. Это прикольно. Поу. Не имею ничего. Короче, каждому, кому захочется постирать. Так, искатель. Издатель Venturis Technologies. Устройство орбитальной станции Салем. Проблема их решения. Лоло в своем люкс-путешествии не извините. Чем живет Серджио. А вот и ваши овощи, как команда базы снабжения Армстронг хранит и приводит свою еду. Орбитальный аттестат за полгода. В техническом университете Venturis каждый может получить аттестаты орбитального работника всего за полгода. Занятия проводятся в основном через дополнительную реальность. Через дополненную. Ну, то есть учиться можно, не выходя из уютного дома. Обучение можно оплачивать из будущих заработков. Никакой платы вперед. Вы мечтаете работать в космосе? Приведите друга или члена семьи. В течение одного года получайте двойные баллы лояльности Venturis. Короче, завлекают на работу всевозможными способами. Ну что?
что, я думаю, на этом серию-то мы и закончим. Что это за удобрение средиземное? Ни хера себе удобрение. Земный рис. Поднос, разнос. Как правильно говорить? Никто не знает. Здесь они, походу, о чем-то спорят. Севелин. Севелин, это Роберта такая. Роберт, нихера себе. И Наталья Курощенко. Короче, они что-то и впрягать будут. Это какие-то предметы. Следующая доставка автоматическим дроном 99. Ох, допусти. Стандартный праздничный набор. А, ну то есть ясно. То есть здесь как раз и делалось для праздника, всяческие вещички делались. Хера себе, что это за трубы? Нахер. Ну ладно, собственно, хватит баловаться. Блин. Это ж интересно. Солнечные панели, походу. Воздушные фильтры. Здесь столько всякого интересного. Нижнее белье. Кружевное. Диск какой-то. Да, запал. Болт. Лови! Не сильно бросает. Ой, уже в очередной раз говорю, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.